Дошкольные учреждения тоже готовятся к новому учебному году. Детский сад номер 11 во Авдотино в четверг посетила большая комиссия. В ее составе сотрудники администрации, Госпошнадзора, Росгвардии и полиции. Важно ничего не упустить, ведь место, где находятся дети, должно быть максимально безопасным. Если опрессовка, как система отопления будет работать, функционировать, как состояние крыш, в каком они состоянии находятся, текут, не текут, есть ли промочки, все ли устранено. Чтобы были приятные, безопасные пребывания детей в дошкольном учреждении. Летом этот сад не прекращал свою работу, но группы заметно сократились, поэтому сотрудники смогли осуществить все задуманное. Например, в этом музыкальном зале провели ремонт и полностью поменяли оформление. На подготовку учреждения к новому учебному году из бюджетов разных уровней было выделено 346 тысяч рублей. Мы провели ремонт тамбуров с заменой дверей, мы сделали косметический ремонт коридора и заменили там дверь на металлическую, провели ремонт зала музыкального, сделали красивое оформление и, соответственно, силами и коллектива, и силами родителей мы постарались привести группы и групповые помещения в порядок. Приемка школ в Иванове завершена на прошлой неделе. К новому учебному году допущены все. Аналогичная ситуация и с детскими садами. На следующей неделе притязательные взоры комиссии будут устремлены на учреждения доп. Образования. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.